Предприниматель Мария Тарасова занимается продажей медицинской одежды и женских товаров. В бизнесе человек опытный, но разобраться в ежегодных нововведениях порой нелегко. В этом году вопросы вызвало обязательное чипирование товаров. Чтобы получить разъяснение, женщина обратилась в центр «Мой бизнес». По ее словам, очень удобно, когда все услуги можно получить в одном окне. Не надо тратить время, чтобы там где-то спрашивать у каких-то предпринимателей, которые ведут такую же деятельность, как я, или там, например, тратить очень много времени, чтобы выискивать в интернете эту информацию. Именно в таком формате одного окна и будет работать новый центр оказания услуг «Мой бизнес». Самарский филиал стал четвертым в регионе. Центр призван помогать предпринимателям в решении самых разных задач. От поиска идеи и помощи в выборе правовой формы до регистрации бизнеса, предоставления готовых инструкций из разных сфер и юридических консультаций. Мы еще запустили единый сайт magis63.ru, где в электронном виде, если тебе не нужно личного физического участия для того, чтобы получить какую-то услугу, можно ознакомиться тоже со всей информацией, которая необходима предпринимателю для того, чтобы заниматься бизнесом. Открытие центра «Мой бизнес» направлено и на решение задач национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основными целями национального проекта для города является прирост численности в занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Естественно, эти показатели, они каждый год имеют динамику возрастающую. В центре «Мой бизнес» также будут доступны переговорные, зал для проведения обучающих лекций и рабочие места для специалистов федеральных территориальных органов исполнительной власти, у которых предприниматели смогут получить консультации. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.